Итак, как обещал, короче, сейчас будем клеить. Я уже один раз отмыл вертак. И еще раз по вторникам его проходим. Что одно в вертаке зацепилось так себе. Пришлось дочищать. Вот, короче, эта шняга, которую заказал на Twelve Inch Skins. Все предварительно из нее вынимаются вот эти все элементы маленькие, которые клеятся отдельно, и мы еще вернемся для того, чтобы выровнять и закрепить. Будем использовать вот эту ленту бумажную. Согласно мануальке, которую они прислали вместе с устройством, крепить надо здесь. Они специально сделали еще одно кольцо внутри, чтобы можно было закрепить за днище барабана. Затем делаем следующее. Приподнимаем вот этот кусок. Убираем нижний слой. Освобождаем. Держим все дальше. Освобождаем. Главное ее сильно не гнуть. Освободили, взяли ножницы, срезали слой. И здесь придерживаю, начинаем наносить. А, очень хорошо сама ложится, не гнется, не мнется нигде. Сразу этот угол, его надо прям приложить усилия, согнуть и придавить. Главное хорошо давить, чтобы он весь ровно лег. Материал достаточно плотный. После того, как его придавил один раз, он очень хорошо держится, прям замечательно держится. Весь контакт один. Потом снимаем пленочку. Снимаем слой отсюда. Схватывает моментально, но при этом есть еще запас прочности с обратной стороны склеим, чтобы это благополучно оторвать и лепить снова, если вдруг что-то пойдет не так. Все. Далее загибы.
Далее удаляем внутреннее кольцо крепежное. Осталась мелочевка. Тут в принципе ничего сложного. Даже вот такая есть. Ну, чтоб типа уже совсем по феншую все было. Углов нет, а вот для вкладыша наклейки есть. Самое интересное, в комплекте у них с вертаками идут еще пара вырезанных дайсеров. На каждый вертак. Мануале бич просят наносить тоже с клейкой лентой, но это можно сделать и без нее на самом деле. Вот, собственно, и все, что касается оплейки вертака. Держится сразу отмечу, углы не отваливаются. Углы держатся очень хорошо. Как только хорошо придавил, ровненько вырезал, и оно держится. Вот вертак, сейчас будем клеить пульт. Так, поехали дальше. Теперь мы клеим пульт. Пульт у нас Native Instruments Z2, на котором уже стоят мои кэпы, которые вот я заказал, Chroma Caps. Вот. Удаляем кэпы. И поднимаем. Раз. Два. Пультику мы еще вернемся сейчас. Пока его уберем. Здесь математика такая же. Есть еще пара видосов подобных, где наши американские друзья занимаются примерно тем же самым, чем мы сейчас. Но прежде чем чистить, вот в каком виде пришли мне наклейки на Z2. Будут они у меня беленькие. Несказанно радует. Выглядит это вместе очень интересно. Вот такой будет пультец. Математика здесь такая же. Кстати, обратил внимание на то, что на техниксах лекало порезано было очень ровно, а здесь вот такие вот остались такие вот штуки. Ну, как бы это не смертельно, на свое движение не влияет, поэтому делаем. Что хочу еще отметить, наклейки на все борта пульт.
места. То есть здесь отдельно наклейки на заднюю сторону с выходами, на переднюю с регуляторами громкости, боковые стороны с логотипом на ну и собственно вот эти. Очень важно, чтобы оно все было чистое, 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 никакого жира. Настоятельно рекомендуют еще спиртом чистить, ну, я посмотрел, мне средства для чистки ноутбуков хватает вообще за глаза, потому что там тоже есть спирт, жир удаляет, исправляет. Вот. Зачистили. Взяли руки и равняем, все четенько получается, четко. Как только выровняли, берем ленту, нормально с таким методом нанесения изделия на предмет. Теперь сидит хорошо. Короче, пузыри нет вообще. Допустим, на одном из видеороликов, на которых много человек наносит золотую, там прям пузырики было видно, а у этого материала их просто нет. Так выглядит деталь с нанесенными наклеечками. Один есть. Те же манипуляции выполняем с остальными. Главное, на что обращают внимание изготовители, это удалять, в обязательном порядке удалять на тримах весь жир, что там говорится, из эксплуатации. Чаще всего жир, пот, прочие продукты жизнедеятельности диджакея остаются. Но там удалять надо в обязательном порядке, иначе может вздуться.
самое интересное, самое большое. Ничего сложного в его случае. Going crazy. Going crazy tonight. At the club too. Выглядит четко, легла четко, да, прицеливаться порой приходится чуть подольше. Ну, ничего страшного. И когда все три обклеены, возвращаемся к нашему драгоценному малышу. Вот, что мы делаем здесь? У нас есть фронтальная панель.
Вот, собственно, и все. Такой вот мульт получился. Очень красивый. Итак, собственно, результат наших действий с этими наклейками. А я в восторге, мне безумно это нравится. Выглядит все замечательно вообще. Это успех, господа. Поэтому, если у кого-то возникнет дикое желание, вот есть короткая дорога преобразить свое рабочее место максимальным образом. Вот так выглядят эти наклейки. Так они клеятся. Так они потом смотрятся. Вот, мне нравится.